Задание номер 15 из тренировочного варианта единого государственного экзамена по математике. В треугольнике ABC, AC равно BC и равно 15. Косинус угла А равен 0,4. Найдите AB. Заметим, что в треугольнике две стороны равны. AC равно BC. А это значит, что треугольник ABC равнобедренный. Строим равнобедренный треугольник ABC. Вот таким образом. Обозначим вершины А, Б и С. По условию АС равно БС. Покажем это. АС равно БС. И нам еще известен по условию косинус угла А. Для того, чтобы выразить косинус, опустим из вершины С высоту в равнобедренном треугольнике, которая является медианой и биссектрисой. Покажем это. Вот таким образом. СД. Тогда получается высота и одновременно медиана и биссектриса. Ну, то, что биссектриса нам сейчас в этой задаче не понадобится, а вот то, что медиана, мы будем использовать. То есть, раз медиана, то делит противоположную сторону пополам. И рассмотрим треугольник АСД, который является прямоугольным треугольником. Из прямоугольного треугольника АСД запишем, чему равен по определению косинус угла А. Косинус угла А равен отношению прилежащего к этому углу катета, а катету к углу А прилежащим является, для угла А прилежащим является катет АД. То есть отсюда следует, что косинус угла А равен отношению катета АД к гипотенузе АС. Откуда мы можем выразить то, что нам нужно, ну не совсем то, что нужно, но пока что найти можем катет АД. То есть выразим катет АД. Тогда у нас получается, что АД равно произведению АС на косинус угла А. Можно сразу найти, заметив, что АБ равна 2АД. Потому что АД равно БД, а значит АБ равно 2АД. Если мы найдем АД, то потом умножив на 2 результат, мы получим АБ. То есть получается, АС подставляем, вместо АС подставляем 15, вместо косинуса угла А 0,4. Равно 15 умножаем на 4, 60, и один знак после запятой нужно отделить. Получается 6. То есть 60. И один знак убираем, получается 6. Это значит, что AD равно 6. Ну и теперь осталось только умножить. То есть AB найти как 2AD. AB равно 2AD. Умножаем. Получаем тогда 2 на 6. Умножаем. Получаем 12. Это значит, что в ответ нам нужно записать число 12. Пишем ответ. Ответ 12. Задача решена.